Настоящий парад проходит на парковке спорткомплекса Подмосковья. Нет, не военной техники. Это бойцы другого фронта. В грядущие снегопады им предстоит пробираться туда, куда пешеходы не пройдут и уж тем более не проедут автомобили. Готовность снегоуборочной техники к наступающим холодам проверила администрация Щелковского района. Готов? Да. Аккумулятор хороший, свежий. Да. Заводится? Конечно. Заводите. На страже чистоты города Щелково в зимний период будет стоять более 30 единиц техники. Из них порядка 20 отвечают за уборку дорог по всему Щелковскому району. В этот раз не должно быть проблем с уборкой тротуаров, так как будет задействовано достаточное количество небольших тракторов. Еще 7 единиц крупной уборочной техники планируют закупить в ближайшее время. Большие грейдеры будут работать на центральных улицах. Предварительно в технике были проведены ремонтные работы, смена запчастей и смазка механизмов. Во время проверки каждая машина завела без проблем. Очень важный период предзимней уборки – это проверка готовности техники и персонала к работе. В принципе, сегодня удовлетворен. Мы проверяли параметры наличия техники, исправность техники, готовность персонала и наличие план заданий, карт схем уборки. Схема уборки – вещь абсолютно незаменимая. Она закреплена непосредственно за единицами техники, так что в случае внезапного снегопада сотрудники предприятия «Дороги и транспорт» полностью готовы к автономной работе. Как первый снег, так и выходит на этот маршрут. Спасибо. В зимний период времени люди стоят на сутках, полностью 24 часа в сутки, поэтому у каждого есть карта, если идет снегопад, они знают по карте, что делать, как делать и на какой единице техники. Также муниципальное предприятие уже закупило 1000 кубов песочной смеси и порядка 300 тонн соли для посыпки улиц. Конечно, цифра не окончательная. Смесь будут закупать в течение всего зимнего периода. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».